Не случайно представители правоохранительных и надзорных органов провели рейд на платформе Калинина. Именно в районе этой станции активно пополняется печальная статистика тех, кто погиб на железнодорожных путях. В этом году у нас в районе данной станции уже произошло 3 смертельных случая. Один на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего гражданина, второй между платформами и третий вот на удалении от этой станции в районе деревни Петрушина. Всего же с начала года в Ленинском округе зарегистрировано 5 таких случаев. Главной причиной специалисты называют пренебрежение правилами перехода железнодорожных путей. Частенько люди пользуются так называемыми народными тропами. Одна из таких народных троп находится вот здесь, рядом с предупреждающим плакатом, который, собственно, и повесили для того, чтобы люди задумались. Но они проходят здесь, спрыгивают вниз и переходят железнодорожные пути. Некоторые нарушения происходили прямо на глазах у членов комиссии, но не всегда имеется возможность их предотвратить. Впрочем, некоторых граждан все же удалось направить в буквальном смысле на путь истинный. Там нельзя ходить. Я вот сейчас спущусь и доставлю вас в дежурную часть. Я вам серьезно говорю. Обратно разворачиваюсь и уходим. За время нашей съемки масса граждан переходила пути в каком угодно месте, но только не по пешеходному переходу. Один даже цветы вдоль дороги собирал. Вот еще один пример народной тропы. Какой-то, в кавычках, добрый человек не поленился, отодрал железный лист, чтобы люди могли сэкономить, ну, порядка 30 секунд, потому что до оборудованного перехода здесь буквально 20 метров. Представители администрации Ленинского округа, РЖД, линейной полиции, надзорных органов отметили потенциально опасные места. Еще одной причиной массовых нарушений является, по сути, символическая сумма штрафа. Доставляется в дежурную часть, составляется на них протокол по статье 11.1, часть 5. Размер штрафа 100 рублей. Ответственные лица активно борются с народными тропами, но, как показывает практика, все их усилия разбиваются о несознательность самих граждан. Будьте внимательны и переходите железнодорожные пути только в оборудованных для этого местах. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.